Вітаємо, ви дивитесь програму «Студія Плюс». У ній ми обговорюємо актуальні теми сьогодення, а також намагаємося покращити ваш настрій. І розпочинаємо нашу програму. Традиційний історичний флешбек до вашої уваги. Сьогодні, 16 січня, в 1492 році, королева Ізабела I представляє першу граматику іспанської мови. В 1924 році іспанський льотчик Пабло Пескара протримався у повітрі на гелікоптері власної конструкції 8 хвилин 13 секунд, пролетівши більше кілометра. А в 1954 році місто Проскурів перейменоване в Хмельницький, а Кам'янецько-Подільська область на відповідну Хмельницьку область. 1997 рік компанія Microsoft випустила Office 97-го року – комплексну офісну програму, яка миттєво стала бестселером і завоювала 80% ринку. У 2006 році сталася досить таки цікава подія – Еллен Джонсон Селфі. Прийняла присягу і як саме стала президент Ліберії. Так от, що ж у цьому дивному? Здавалося, президенти є скрізь і так далі. Однак, все досить таки цікаво в тому, що ставши першою жінкою, вона стала першою жінкою главою держави у Африці. Раніше на африканському континенті такого не ставалося. І далі переходимо до цікавих фактів, з'ясовуємо, хто ж все ж таки народився цього дня у світі. Отож, в 1921 році народився Скаволо Франческо, відомий американський фотограф. Він знімав зірок світу моди, кіно, героїв поп і рок-сцени. Більше 30 років його роботи прикрашали обкладинки глянцевих журналів. А в 1934 році народився російський актор українського походження Василь Лановий. Відомий він саме за такими стрічками, як «Війна і мир», «17 мистецтвий весни», «Петровка 38», ну і двом подібними іншими стрічками. Це ще не вся інформація, яку ми підготували для вас сьогодні. Інше дізнаєтеся трошки згодом, тож залишайтеся з нами. Є дуже багато людей, які, не будучи українцями по крові, стали українцями по духу. Люди, що приїхали на цю землю, яка стала для них рідною, які не відокремлюють себе від неї і не уявляють, що може бути якось інакше. Сергій Крашенінніков народився на Уралі, в Свердловську, але рідною домівкою стала для нього Україна – Черкащина. Друзья мои, ну, видите, так судьба моя сложилась, что я родился так далеко от Украины, в Свердловске, и приехал сюда уже сформировавшимся человеком в 86 году, тогда Украина еще не была независимым государством. Вот. И здесь, именно на Черкащине, я начал свою профессиональную деятельность именно как джазовый музыкант и как продюсер вот, джазовых фестивалей. И искренне полюбил именно этот край. Хотя именно в 1986 году я впервые попал на Черкащину. До этого я никогда здесь не был. И в далекие 90-е годы как бы мы, все многие музыканты, ездили в дальние края, наездились. А последние, я веду себя на мысли, что последние лет 15 я уже давно никуда не выезжал, потому что я чувствую себя абсолютно счастливым вот в этом месте. Здесь я прекрасно провожу и досуг, и абсолютно реализуюсь как профессионал, и я абсолютно счастлив, что я живу вот, теперь уже в независимой европейской стране вообще и на Черкащине в частности. Біографічна довідка з Вікіпедії повідомляє, що Крашенінніков Сергій Іванович – український музикант, джазовий виконавець, організатор джазових фестивалів «Черкаські джазові дні» та «Джаз-диліжанс», голова Ради громадської організації «Творча майстерня Крашенінікова», організатор та керівник проєктів «Черкаси Джаз Квінтет» та «Пелікен Квартет», заслужений артист Автономної Республіки Крим. Але за цими скупими рядками ховаються роки важкої, але творчої та натхненної праці талановитої людини, яка більш за все любить музику та свою рідну землю – Україну. Я вспоминаю, когда мы начинали наши джазовые тусовки в далеком 88 году, это еще была другая страна, вот, и, конечно, тогда мало кто думал о том, что так все кувыркнется в жизни. И теперь Украина вот уже столько лет
абсолютно независимое государство, которое идет в Европу, в либеральное общество. Это все дается с трудом. Джазовые фестивали продолжают уже в этой стране, в другой, в новой. Наша програма «Студія Плюс» триває, і до нас на гостину завітав Дмитро Зборовський. Він організував у нас в Черкасах таке цікаве дійство «Медхед-шоу». Що це таке, з чим його їдять, Дмитро розкаже просто зараз. Привіт їм. Привіт, Галочка. Розказуй, що ж це таке за шоу? Тому що, власне, якщо ми говоримо «шоу», повинні бути якісь емоції і так далі. Що ж таке «Медхед»? «Медхед-шоу» – це командна, клубна, розвлекательна вікторина. Ми її називаємо ще «Ігра». В чому вона заключається? Збирається в клубі команди. Тобто це можуть бути друзі, компанії людей, які от іщуть, де ж можна інтересно, хорошо віддохнути. Збираються, називають як-то свою інтересну команду. І названня можуть бути абсолютно різні, якби, наскільки дозволить креатив і чувство юмора. Фантазія. Да. Після чого, якби, садяться, розсаджуватися поудобніше і, собственно говоря, ми починаємо ігру. Тобто таких команд у нас збирається порядка 10-15. Виходить ведучий і говорить: «Здравствуйте, здравствуйте, дорогие игроки, сегодня мы начнем играть». И, собственно говоря, игра происходит 4 тура. Первый тур – это разминка. Вопросы обо всем и обо вся, как бы для того, чтобы включить мозги. Все вопросы выводятся на экран, и у людей есть возможность комфортно как бы их прочитать. На размышление дается 1 минута, как бы, и они начинают там друг с другом обсуждать, думать и так далее. Это что касается первого тура. Второй тур у нас тур такой вот неполноценный, то есть там все время чего-то не хватает. Чего-то не хватает в самом вопросе, либо показан какой-то фрагмент картины, какой-то, которую мы должны как бы угадать или узнать и так далее. Третий тур – визуальный тур, там вопросы в виде картинок, что рекламируется, кто изображен на фотографии и так далее. И четвертый тур – тур handmade, где нужно вот командными усилиями создать что-то, применить все свое инженерное мастерство для того, чтобы создать либо какую-то башню, либо какой-то вот большой шар, что покотится, поедет или пропрыгает. Все зависит от того, какое задание как бы будет дано этой конструкции. У нас собирается порядка, вот я же говорю, 10 команд, которые между собой соревнуются, хотя цель игры вот реально весело, хорошо, позитивно провести время в кругу друзей. Ти нам по поличках все, в принципі, пояснив. Тепер давай детальніше розберемо про кожен із цих фрагментів. Найперше виникає запитання. Я так розумію, що організувати медхед-шоу саме в Черкасах була твоя ідея. Звідки взагалі зародилася така ідея створити це медхед-шоу? Об історії немного. Ігра родилась в Вільнюсі, Литва. Ребята там організували клубну вікторину, яка впоследствии переросла как бы уже в проект медхед-шоу. Вони збирались, і у них був формат вот а-ля брейринг, либо что, где, когда. И вот они себе думали, а как это можно было бы сделать так, чтобы было как-то веселее, интереснее и так далее. По-сучасному, скажем. Да. И начали как бы развивать этот формат. После чего они сделали очень успешный, хороший проект в Вильнюсе и подумали, почему бы нельзя как бы по франшизе его как бы в другие города как-то вот интересно предлагать. После чего открылась Прага, Минск, даже Петербург и Харьков. Харьков вот буквально 3 года назад запустил свой проект. Там инициативные, классные ребята, вот, которые запустили этот проект. И до меня дошли слухи там через знакомых. Мне моя подруга Ирина сказала: у меня есть такая классная игра, ты по-любому должен сделать это в своем городе. И это было где-то вот 1,5 года назад, наверное. Я на то время списался как бы с организаторами харьковскими, но как-то у нас дело не дошло до реализации этого проекта. И вот летом
этим я съездил в Харьков, попробовал эту игру, пропустил вот это вот настроение через себя и понял, что это надо делать в Черкассах. Договорился с ребятами, мы с ними решили, что да, будем делать. Они приехали на первую игру, помогли в плане организации и всего остального. И мы в сентябре месяце запустили первую игру. Собрали 10 команд, и с этого момента как бы вот уже сыграно 7 игр. Дим, а расскажи такой момент, чи складно было зібрати учасників? Это, наверное, самое сложное, потому что ну вот, людям рассказать о формате, о том, что это клево, классно, весело, ну, они должны поверить лично тебе. То есть до того момента, пока там они не попробуют, то есть они должны вот тебе довериться. Да, я обошел огромное количество людей, я запустил рекламу в социальных сетях, я везде вот спамил просто. И что самое важное, как бы люди, ну, наверное, не сильно реагируют вот на то, что видят в интернете, в личной беседе вот больше, наверное. Я звонил, встречался с людьми, рассказывал о том, что это классная, прикольная штука, приглашал всех. И вот, наверное, вот первую игру, вот все 10 команд, которые вот пришли, пришли там мои друзья, мои знакомые, там, с кем я хорошо как бы общаюсь. Вот они поверили, как бы пришли и поддержали этот старт. И они вот играют до сих пор. Пришли, они поняли, теперь они уже как бы советуют своим друзьям и так далее. То есть уже сейчас, как бы, я думаю, работает больше сарафанное радио, потому что проект, ну, реально классный, он несет такие вот реально позитивные эмоции. Ну, клево, реально, що в тебе є наскільки класні друзі, які змогли підтримати тебе і твою ідею. Чи ти сам працюєш, чи існує яка команда, що створює це все? Первым делом я создал команду в Черкасах, поскольку вот по самой франшизе, как, ну, она такая и существует. То есть уже готовый проект, где все роли расписаны, как бы, и расписан вот формат того, как мы должны это подавать. У нас работает замечательная команда людей, которые я собрал. Это две администратора, то есть мы их называем еще в игре ласточки. Почему ласточки? Потому что именно на них лежит такая вот тяжелая миссия собирать вот правильно ответы, когда люди написали свой вариант, подняли, ну, и вот они между рядами порхают просто как ласточки на сверхзвуковых скоростях для того, чтобы собрать все эти ответы. Две ласточки, фотограф, собственно говоря, фотографию его сейчас мы наблюдаем здесь, нужно, чтобы хорошо, ярко, красиво как бы было. Эмоционально. Ну, да, и люди как бы потом, ну, даже радуются от того, что, собственно говоря, вот такие классные кадры у них получились. Звукорежиссер обязательно, поскольку вся игра сопровождается музыкальным сопровождением, различными отбивками, и как бы есть четко также вот регламентировано, какие звуки должны звучать и после чего. Также есть человек, который управляет у нас слайдами, проектором, вот, все то, что выводится как бы на экраны, это различные там трейлеры из фильмов, вот, угадать, из какого фильма, либо какие-то картинки, либо какие-то вот звуки, то есть этим всем заправляет он. Есть также ведущий, собственно говоря, я, и я еще выступаю в роли как бы организатора, то есть я провожу вот основную как бы договоренность с нашими партнерами, с которыми вот дружим, они предоставляют нам различные сертификаты, которые мы потом можем разыграть между командами. То есть вот такая вот у нас прекрасная, замечательная команда. Звукорежиссер, видеограф, фотограф и две прекрасные, замечательные ласточки. Дім, тобто, наскільки я правильно зрозуміла, є вже такий розроблений сценарій, правильно? Там, наприклад, гра перша, там, у першому блоці такі-то запитання, у другому там, і в третьому. А тобі потрібно це адаптувати до черкаської аудиторії? Щось трохи, можливо, змінювати, перероблювати чи ні? Я так і роблю, в принципі. Тобто, ну, основну от, редакторську таку діяльність вже зробили Харків, Київ. Ну, після Харкова відкрився Київ от, год назад, і от третій город в Україні запустив. Вот, ну, игра запустилась в Черкасах. То есть, по сути, у них уже есть определенные наработки на территории Украины, и они там какие-то свои коррективы вносили. Но, опять-таки, поскольку как бы мы запустились, и какие-то вопросы для того, чтобы были актуальны для Черкас, да, я провожу некоторые вот редакцию всего того, что ко мне приходит, для того, чтобы адаптировать, возможно, чуть-чуть даже под черкасскую публику. Ще таке запитання ось щодо команд взагалі, і от ти говориш, що спочатку це були друзі, зараз вони поступово змінюються. Скільки от найбільше команд приходило на таку гру? 16.
16. Да. Мы побили рекорд. Это было вот в прошлом году, я не помню, на 4-й и на какой-то вот 4-й. Да, 4-я, скорее всего, 4-я, 5-я игра. Вот. Собралось реально такое вот большое количество людей. Мы даже вот задались вопросом, нужна ли нам еще ласточки, чтобы они успевали собирать все ответы. А так, то это было, да, 100 человек, как бы конкретно вот играющих в Mad Head. И это было энергетически так очень круто. То есть, когда вот вопрос очень интересный, и некоторые люди вот реально заморочились для того, чтобы дать на него ответ. А все вопросы, как бы, они решаются логически. То есть, не нужно быть супер-мега-интеллектуалом или знавцом энциклопедии для того, чтобы на него отвечать. То есть, игра рассчитана абсолютно на любой уровень подготовки, при том, что, как бы, одни вопросы на знания, другие, как бы, вообще на креатив. То есть, мы задействуем абсолютно вот все направленности, и поэтому очень важно, чтобы в команде были именно вот люди, которые в своей сфере просто вот лучшие. Все вопросы логически решаемые, поэтому даже не зная правильного ответа, логически можно додуматься. И вот если команда, собравшись, набрасывая какие-то вот ответы, пришла к какому-то вот общему знаменателю, приняли решение и написали на бланке ответ, а потом этот ответ оказался правильным, это вызывает просто всплеск эмоций, вот, они кричат, они радуются, и вот представьте себе, когда 16 команд какие-то вот берут интересный вопрос, насколько это круто эмоционально вот просто вот в залі становится. Насправді класно. Я пропоную зараз зробити невеличку перерву, тому що ти прийшов до нас не з порожніми руками, окрім фото приніс іще відео. Тож зануримо і наших глядачів у цю таку чудову атмосферу. Тож ми повернемося до вас після невеличкого відео із Mad Head Show. Тож, насолодилися ми з вами відео, побачили, які емоції, які враження у учасників, і далі переходимо до спілкування із організатором такого цікавого дійства у наших Черкасах. Йо, мені, в принципі, зрозуміло, як іде структура шоу, так, там, тобто, є запитання, відповіді. Останній тур, як він виглядає? Тобто, якісь винаходи люди роблять, щось і щось конструюють. Як саме це відбувається? Да, хендмейд это самая такая вот интересная часть игры, она является фишкой. Мы раздаем людям различный реквизит. То есть в различном вот количестве там могут быть, мы чаще всего используем различные трубочки, скотчи, какая-то вот блисты А4 и так далее. Задания бывают разные. Я не могу их озвучивать для того, чтобы не спойлерить для тех людей, которые, возможно, еще захотят сыграть. Вот, ну, планируются запуски для того, чтобы они не могли поискать в интернете. Но дается задание, к примеру, создать какое-то инженерное сооружение. То есть оно должно выдержать что? Дуновение ветра, к примеру. И мы там можем использовать, к примеру... Мы можем использовать при этом всем вот вентилятор. И вот люди за определенное количество времени при помощи того реквизита, который у них имеется вот под руками, должны создать что-то эдакое такое большое, что будет противостоять, при этом будет устойчивым и высоким. Вот, собственно говоря, как бы и дальше они пытаются вот сделать... Чего мы только не делали. На самом деле очень много интересных, классных штук. Даже вот можно будет посмотреть по фотографиям, там в социальных сетях они есть. Мы там и машинки запускали, и Гагарина в космос отправляли. В общем, делали всевозможные различные там катапульты к этому всему. Реально в чем суть? То, что участвуют абсолютно все.
То есть даже те люди, которые приходили там поначалу, возможно, стеснялись как-то вот в обсуждении там встрять, то тур Handmade сплочает абсолютно всех. То есть люди поднимаются и начинают на своем столе там создавать просто нереальный крутой классный проект. При этом один режет, другой что-то скручивает, третий этот. И потом очень важно, когда дело доходит до самого вот испытания, то есть когда мы начинаем тестировать эту конструкцию, когда вся команда просто... Тримає кулачки, держит пальчики, кулачки, и они хотят, чтобы это все их как бы умение, то, что они создали, оно выполнило ту миссию, которая ему предназначена. И очень сильно радуется, когда это так. Дім, а чи є якісь певні обмеження у часі? Там, наприклад, зробити це все за хвилину там? Да, ми даємо ограничення, все залежить від складності завдання, как бы от 5 до 10 минут, где-то вот такое вот время ми даємо для того, щоб вони могли вот реалізувати. Ну, плюс буває таке, що команда не успіває, ми тоді йдемо как бы їм навстречу, даємо там дополнительних, наприклад, 2 минути для того, щоб вони доділали конструкцію. Вот так. А скільки взагалі от як оцінюєте учасників? Тобто є якась там пана чи таблиця, чи як саме відбувається підрахунок результатів? Да. У нас этим занимаются ласточки, они собирают все ответы и, соответственно, как бы подсчитывают правильные. Человек, который у нас занимается вот проектором, он ведет подсчет как бы в специальной таблице, где как бы есть расписано, на какие вопросы там, в каких вопросах люди отвечали правильно, команды. Вот. И, конечно же, там по турам все разбито. То есть первый тур, вот они сколько там баллов заработали, второй тур, третий тур, четвертый тур, соответственно. Вот. После чего мы выводим общий, как бы, общую таблицу результатов и награждаем наших участников. Третье место, второе место, ну и, соответственно, первое место. В чем еще как бы интересный бонус? Мы сделали дополнительный приз, такой шуточный. Это тортик. За что он дается? Мы просим всех участников не сдавать пустые бланки. Если они вдруг не нашли какой-то вот ответ, который вот хотелось бы написать, мы просим не писать пустые бланки, а писать что-то смешное. Вот. Не упускать свой шанс посоревноваться за тортик, потому что тортик мы вручаем той команде, которая написала больше всех смешных, интересных ответов и при этом всем развеселила публику. То есть, если логика трошечки заснула, юмор а почуття гумору зможе витягнути всю цю ситуацію. Так, да. Дім, ще таке запитання. От ти дивишся на аудиторію, ти спостерігаєш, як вони це все роблять. Що ти можеш сказати про загальний настрій, про налаштованість команд? Чи готові вони все ж таки вести таку, знаєш, боротьбу, змагатися, бути конкурентами? Чи все ж таки це такий розслабляючий момент? Ми, наоборот, хочемо зробити так, щоб у нас не було как бы, дорогих каких-то подарків, які б визивали вот именно такое вот противостояние. Вот. Мы хотим, чтобы все проходило, да и как бы в самих правилах Мэтхеда написано, что игрок Мэтхед твой друг. Как бы. То есть, здесь мы за то, чтобы у нас реально проходили игры на интерес. То есть, чтобы люди приходили и как бы весело, классно, интересно проводили время. Поэтому подарки у нас, в принципе, как бы это вот, ну, тортик. Различные там вот сертификаты, которые, в принципе, люди могли бы себе и сами приобрести. Но почему, если они могут как бы интересно выиграть и после чего провести этой же компании весело время? И в боулинг мы, и различные квест-комнаты, и как бы чайные церемонии. То есть мы по разным направлениям, у нас очень много партнеров, и каждый предоставляет какую-то свою интересную услугу, которая бы они смогли воспользоваться, к примеру, вот в перерывах между играми. А сколько еще планируется игр сделать вот на подальший час? Ну, как бы максимально большое количество. Вот буквально в феврале месяце будет праздноваться 3 года игры в Харькове. В Минске она проходит еще дольше. То есть я хочу сказать, что запаса вопросов и различных заданий у нас хватит еще на очень и очень долгое время. Дім, а от ми знаємо, що буквально нещодавно у вас була така фінальна гра. Тобто, я так розумію, ви зібрали усіх переможців. Розкажи про це детальніше. Да. На першій ігрі ми собрали 10 команд. Ну і как бы целью було, мабуть, більше показати людям формат, щоб вони його прочувствовали, поскольку этот формат он новий немножечко для Черкас. Вот клубная викторина, она была не совсем понятна. Люди думали, що это что-то по типу, що, где, когда, где нужно быть вот просто нереально.
реально мозговитым человеком и знать очень много. У нас играют ребята из «Что, где, когда», вот, но и не всегда они берут первые места, к примеру. Вот, буквально на вот вчерашней игре первое место у нас завоевала команда имени 8 марта. Вот. Первый раз они пришли с одним названием, там у них был шабаш чисто женский такой. Вот. Они заняли последнее место, но при этом забрали домой торт, потому что весело, прикольно и классно отвечали на все вопросы. Вчера они собрались и первое место отвоевали, как бы. То есть они поняли, прониклись этим форматом, они поняли, что вопросы нужно брать вот именно сообща, со всей командой и так далее. То есть, и они достигли этого успеха. Первая игра, возвращаясь к тому, с чего начинал, у нас проходила больше для того, чтобы продемонстрировать людям именно формат, чтобы они его прочувствовали. Поэтому на первую игру мы сделали большой такой деревянный классный кубок, круглый, большой. Здесь он на фотографиях как бы есть. Вот. И мы его решили сразу же в эту игру и разыграть. То есть вот какая команда первая, те молодцы. Вот он, собственно говоря, у нас вот и есть. Поэтому мы разыграли кубок, мы продемонстрировали людям формат. И со следующей игры, уже со второй, мы сделали кубок в виде снежинки большой. Назвали его новогодним кубком. И с этого момента начали новогодний турнир. То есть каждая игра, она по сути была в зачет для тех команд, которые приходят постоянно. Все баллы суммировались. И в конце, вот на завершающей игре, вот новогодний, новогоднего турнира 5 января, мы определили команду, которая набрала больше всех баллов, как бы, и вручили им кубок вчера. Слухай, ну досить таке цікаве дійство. Я от слухаю і розумію, що наша молодь, да, люди, їм цікаво відпочивати саме у такий спосіб. Тобто це не просто пішов там, потанцював, поспівав, порозминав мізки, поспілкувався з іншими людьми. Тут трошки, знаєш, такий момент якогось такого, знаєте, знаєш, конкуренції, хоча ви її не створюєте. Твоя думка, ти як організатор, ти як людина, яка це все постійно проводить, все ж таки, навіщо черкасам потрібен такий проект? Не просто, знаєш, там 2-3 рази пройшов, а от постійно саме. Постійно він потрібен для того, щоб у людей з'являлася мотивація дізнаватись щось новеньке, щось цікавеньке. Я навіть, бачиш, перейшов на українську мову, бо то є прямо, знаєш, така наболівша тема. Перейнявся. Да. Люди, які починають грати в нашу гру, вони починають читати книжки, вони починають підписуватися на цікаві різні інтелектуальні пабліки, шукати якусь інформацію, готуватись до ігор. У них з'являється мотивація дізнаватися щось новеньке. Якщо до цього моменту в них не було такої мотивації, то зараз вони нереально зацікавлені в тому, щоб розвивати себе, дізнаватися щось новеньке. І навіть якщо вони прийшли на гру і не відповіли на одне запитання, вони для себе дізналися багато чого. Вони над цим питанням думали цілу хвилину, після чого вони отримали відповідь. І тепер я більш ніж впевнений, що вони запам'ятають, що саме цей винахід там привів і був використаний в такому-то році. Вони реально це будуть пам'ятати, і це залишиться з ними. Тому ця гра ще є і корисною. Тобто вона реально включає людей, вона їх мотивує на щось новеньке і здобувати якісь нові цікаві знання. Я б сказала, вона мотивує людей мислити, читати, шукати щось таке цікаве, як ти правильно сказав, тобто саморозвиватися. По суті, ви змінили типовий формат нічних вечірок на ось такий шоу-формат, який стимулює цих звичайних людей, які приходили просто повеселитися, от штурмувати свої мізки. Да, це було тяжело, але ми це зробили. Тяжело было в том плане, что реально люди привыкли вот к формату одному, и для них было очень страшно. Вот мы даже специально убрали как бы в наших афишах слово «интеллектуальный», потому что людей это пугает. Выявилось, да? Я понял просто вот в процессе беседы, что вот слово «только ты говоришь интеллектуальный», и люди начинают пугаться, потому что никто как бы за собой такой штуки не замечал. Вот, бывают такие. Но по факту это не так. По факту каждый человек знает, и каждый человек может быть полезен для своей команды, потому что он в какой-то своей сфере, он лучший, вот так или иначе. И те люди, которые просто вот иногда просто мимолетом забегали на игру, вот просто их там
там позвали как-то в последний момент, они выдавали очень много интересных и, что самое главное, правильных ответов, потому что вот реально вот когда команда, когда команда подобрана правильно и каждый думает в своем направлении, тогда как бы команда считается вот реально успешной. Дім, видно, що ти гориш цією справою, що тобі це подобається. Ти знаєш, ця енергетика, вона передається на тих людей, от емоції, вони одразу видно, їх можна побачити, воно передається. Слухай, чи не, от ти переважно ведучий, організатор, а чи не було у тебе спокуси там хоча б трішечки прийти зі своєю командою? Так розумієш, що в Харкові ти зіграв, але все ж таки ти ж зараз у Черкасах, можливо, тобі також хотілося стати учасником, а не організатором? Да, каждую игру я хочу это сделать. Я хочу прийти просто и реально как бы развлечься, поотвечать на вопросы, прочувствовать это еще раз. Я помню вот первый раз, когда я играл, это реально вовлекает. То есть отвлекает абсолютно от всех дел. Ты забываешь про работу, ты забываешь про какие-то там приятности, неприятности своей жизни. Ты тотально присутствуешь в этом моменте за этим столом, и ты решаешь конкретно эту какую-то интересную задачу, набрасывая свои варианты, слушаешь, какие варианты набрасывают все остальные, принимая решение, это вот реально выдирает вот из вот этой вот обыденности, и за этим люди идут, они вот реально хотят вот присутствовать в моменте, они хотят отвлечься от всех своих вот этих вот проблем и просто вот прокайфовать от этого мига. Да, я хочу, и я думаю, что у нас такая возможность будет, ребята будут праздновать третью уже годовщину в Харькове. Вот, нас пригласили, и я думаю, что мы соберемся командой, поедем туда, я думаю, там будет какая-то праздничная, классная игра, и мы, как організатори Черкас, там теж зможемо зіграти. Відпочити, так? Да. Дім, дякую тобі за те, що ти завітав до нас на гостину, за те, що поділився от такою цікавою ідеєю, такою цікавою грою. Бажаємо тобі побільше учасників, побільше емоцій і таких класних, приємних вечорів. Дякую.